Всем привет! У меня было видео про стеклянные банки, где росли аквариумные растения. Вот две баночки я рассадил. Взял 5-литровые баклажки, обрезал их, чтобы не были очень высокими. Ну, здесь у меня Элеохарис мини, но это вообще просто из аквариума я брал, посадил его. Грунт здесь уже другой. Одна часть глины, одна часть торфа и нарезано немного мох сфагнум для влаги. То есть в этих контейнерах ничего не проветриваю, также все закрыто. А вот в этом контейнере две рассаженные банки стеклянные. То есть здесь бакопа, старогин репинс или лилиопсис бразильский. Вот грунт тоже глина, торф, сфагнум. Этот грунт попитательнее, так что расти будет здесь, я думаю, очень хорошо все. Опрыскивал всего один раз. Крышки не открываю, не проветриваю, стоит на подоконнике. У меня сверху лампа, когда солнца нету, то есть электрический свет. Солнечная сторона с обеда до вечера, когда солнце бывает светит. То есть вот так вот. Посадил, посмотрим, через какое-то время сниму. Посадил неделю назад где-то, так что месяца через два посмотрим, как тут все будет расти пышным цветом. Задавайте вопросы, пишите комментарии, смотрите видео. Всем пока!